Всем привет! Продолжаем гулять по моему городу, смотреть на мосты. Коломенский мост, пешеходный арочный мост через канал Грибоедова в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Соединяет Коломенский и Покровские острова. Первый и единственный в городе цельносварной алюминиевый мост. Я пользуюсь данными Википедии, практически зачитываю. Расположен в створе улицы Володи Ермака. Выше по течению находится Аларчин мост, ниже Малокалинкин. Ближайшие станции метрополитена Садовая, Сенная площадь и Спас. Название моста происходит от Коломны, старинного наименования района Санкт-Петербурга, располагающегося на территории нынешних Коломенского и Покровских островов. С 1911 по 1920 использовалось наименование Коломенский пешеходный мост. Первый деревянный мост на этом месте был построен в 1907 году. Это был временный мост, сооруженный на период ремонта Малокалинкина моста. В 1910 был построен деревянный пешеходный мост. А к концу 60-х годов мост был деревянным, на свайных опорах, в пролетном строении из металлических балок. Длина моста составляла 34 и ширина 2,5 метра. В 1967 по инициативе профессора Крыжановского на кафедре металлических конструкций ЛИСИ была разработана конструкция сварного алюминиевого моста, первого в СССР. Конструкцию, технологию сварки разрабатывала преподаватель кафедры металлических конструкций Артемьева. В разработке принимали участие инженеры Ленга Гипроинж проекта Бонч Осмоловская, Дворкин, архитектор Носков. Пролетное строение было изготовлено на заводе Жданова, доставлено на строительную площадку автотранспортом. 30 сентября 1969 года было открыто для движения. Пролетное строение представляет собой двушарнирную арку панельно-каркасной системы, состоящую из алюминиевых труб диаметром 270 мм. Толщина конструктивных элементов колеблется в пределах от 8 до 14 мм. Расчетный пролет моста составляет 27,3, полная длина 32,7, ширина 2,7. Покрытие асфальтобетонное по гофрированной плите. При входах на мост установлены 4 металлических торшера без украшений, поддерживающих фонари. Входы на мост сделаны в виде раскрытых гранитных пятиступенчатых лестниц с гранитными парапетами. Ну, вот так вкратце про Коломенский мост. Данные из Википедии. Коломенский мост пешеходный через канал Грибоедова в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Пока-пока, до свидания.